2001 года. Это на брусьях мы да, работали, смотрели. Да, да, да. Перебеносова, такой, ну, очень фамилия такая редкая. Так, теперь обратим внимание на бревно. На бревне работает Пекельман Ксения. Москва, да? Нет. Ну, говори, какой город? Пекельман, Новосибирск. Вот. 2002 года рождения. Очень приятно, что большая наша страница из каждого, ну не из каждого города, а в Новосибирске там достаточно вспомнить Подгорного самого, прекрасного гимнаста, может быть, она из его школы. Так что Новосибирск — это не новичок на стадионе город. Молодец, со сложной фамилией Пекельман. Пекельман. У нас Перельман был чемпион Олимпийских игр, очень давний, конечно. Теперь Пекельман. У нас сейчас вообще такое подспорье в комментаторской. Нам включают протоколы, почему мы спешим вам то, что мы увидели, вам спешим сообщить. Еще раз повторяю, девочек, безусловно, мы не вправе рассчитывать на то, что мы их всех знаем. Это не